Так, сегодня большие изменения. Сегодня первая покатуха в 24-м году, и Денис решил изменить себе. А что это, баг дополнительный? Моща. Ни хера себе. Ну, я так подозреваю, мы будем тягать его, его. Там гуси еще 800. Гуси, гуси га-га-га. Так, кого мы будем тягать? Привет. Кого мы будем тягать? Этого не будем тягать. Кого мы будем тягать? Hello, 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 hello. Так, это тоже будем тягать. ТНР, еще один ТНР. Здорово. И это будем тягать. О, и там еще, ё-моё. Профессионалам привет. Здорово. Привет. Здорово. Регул мото холшот. Вот проезжаем такие красивые виды. Сегодня погода должна быть отличная. Говно из сули коровьи. Хорошая история была. Ну, начинается, бля. Начинается. Фу. Фу. Не, я воняет просто. Ну что, обед? Обед уже. Денис, когда заправка? А на квадроцикле бы не думал. А? Карта не включена? Включен. О, ну наконец-то мы приехали, да? Ну, хоть попробуй, интересное место, да. Топь! Конечная точка. Чего ж ты не сказал камеру включить? Ёлку домой спиздить хотела. А я думаю, блядь, что-то попало в тормоза, скрипеть начал. А это видите сигнали, что охуел, блядь. Мастер-класс будет. Да, там сначала надо ударом ноги его туда. О! Слушай, у меня сапоги, блядь, дорогие, блядь. Я на это гнется, блядь, с масса буду. Конечно, Денис, как обычно. Давай, давай, давай. Тебе еще три спички есть. Шашлык. Шашлык, сухпаёк. Сейчас еще девочки подъедут. И там банька топится уже.
казачок-то заслан, армия России. Трофей, блядь. Белорусские есть? Нет туда тебя. Белорусские не продают. Не Украина. За кем еду вообще? Зачем еду? Зачем еду, это уже понятно, блядь. Просто дурни. Ну сколько можно? Горит там что-нибудь, нет? Записывай. Я уже встал. Я погнал. Больше газу! Наконец-то лес, бревна! Ну сколько можно по гравейкам? Ну ё-моё! А, о, я все только сейчас увидел. Обновил мотик уже? Да. Холшот. Ну, в каком году еще? Да. Купил. В августе, наверное. Я себе вместо Минчика тоже заказал, поеду забирать на неделю. Такой же? Красный? Ну, холшот. Не, не красный. Смысл в красном. А? Туда! Сюда. Туда, туда, туда. Ну сколько можно? Крепкий замок, не знаю, внутрь там нет смысла, наверное, идти. Вот. Ну, потиху делают, потиху делают. Раньше этих стен даже и не было. Может, спасибо, что ты придумал, забомбят. Хуему себе проводной, блядь. Вау. Блядь, на камеру ругаюсь. Уж эти там, ПСовцы, МСовцы не ругайтесь. ПСовцы электрические, они могут сделать электропровода. Давай, ножик надо. У него писюн электрический. Они замкнут. Покажи карту. Так а где ты там зачистишь? Сюда бы достань. А, что вы тот. Это все в ТикТок пойдет. Надо лучше только упоминать твой ТикТок, я не умею. В Инстаграме умею, в ТикТоке не знаю. Ты там мастер. Перетерлось и все. Здесь все перетерлось. Надо снять, расступитесь. Подожди, давай. Все драты. Контент, блин. Контент, спасибо. А то едем скучно, пипец. Я смотрю за Матросом, бы заеблись. Слушай, старым слова не давали, вроде. Батька! Тихо ты! Тихо!
Было страшно. Нет. Погравее, все, до завтра. Ладно, пацаны, погнали. Далеко ехали. Все. Все, поехали. Это Даня, блядь, уперся в бетонную плиту. Ой, объезжай, блядь. Ты был тогда, когда он в плиту, блядь? Хуяк нахуй. Что, Руслан не будет такое делать. Рюкзак, говорю, не будешь забирать. На, рюкзак, блядь, второй раз. Рюкзак мне, походу, этот не надо. Второй раз. Мы тут уже не проедем. Было помельче раньше. Когда оно было мельче, и то тяжело проезжали, блядь. Ну раньше приезжали мы, было поменьше воды. Сейчас только если на квадре на хорошем. Денис, тут палки есть, можно померить. Объехать нельзя, а ты вчера положил. Руслан, мы его там проехали. Ну. Подожди, ты куда ты? Ну. О, так. Все, давай. Бля, сумасшедший. Ну да. Ну все. Нормально. Теперь назад. Ты там гаен нахуй? Ты там в Вейдерсах, да? Чем? В Вейдерсах. Уже ну уже да. Как в бриллиантовой руке. Надо этот подопытный легкий какой-нибудь. Ну легкие пройдут. Ну, тут, значит, здесь, наверное, намыло просто уже земли это. Да, да, возможно. Ну вот здесь. Нет, так если бы он не упал, он бы про. Ну если бы не упал, вообще красота. Поехали. Ну, медика. Да нету, блядь, сука. Так брод переезжать. А где эти, может они там, блядь, больше ставят? Кто? Ну вот остальные эти нам надо. Блядь, пиздец нахуй. Денис, тут, короче, у нас ЧП, палка в руку вошла по пацану одному. Сейчас будем скорую вызывать, так что ты сюда едь. С этим. А где вы? Ну на другом берегу. Там едешь по тропинке, по следам, налево. Давай. Поезд заедет или нет? Возле Вилли, просто подожди, сейчас я... Тут рядом этот есть санаторий. И что, мы до него... Вилли парк? Да. Что, ты думаешь, мы до него доедем? Да, здесь очень хуёвая связь. В ближайшее... Блядь, мы в нормальном лесу.
Ну, ближайшая... она что делать? Мы сюда довезти или сюда машина? Ближайшая, ближайшая санаторий Вяжути. Вяжути, ну или это так что делать? Ну говорить, вот, скорую сюда вызывать? Санаторий Вяжути пускай едут. А тут надо их всех встречать. И да, до куда да, они да, доедут? Да, доставить это Вяжути. Его заберут, это два. Третий вопрос, надо подвозить к дороге, его сюда никто не пойдет забирать. Пока его едут... подвезти хотя бы вот по этой уебищной дороге, а там скорая доедет, там нормальная обычная лесная дорога. Да, это уебищная вот дороги. Есть. Ну, километр, наверное. За мотом может куда-то, блядь... Вяжути его оставят. Слушай, подожди, за мот тогда все это самое. Слушай, надо, чтобы по ножке брать. Ну, потому что на этих это, блядь, еще... ну, единственное, что да. Ой, блядь. Вопрос какой-то, блядь, у кого есть подножки нормальные. И заехать, оставить это самое. Вдвоем поехать и назад вернуться за этим отосом, блядь. А где тут палка-то торчала? Что-то где ты палка? Я вообще без понятия, я сзади ехал, он уже торчал. А, это она? Саня, возьми мой шлем. Так мы потом вернемся за мотиком, наверное. Да. Ну. Два человека сюда приедут за мотиком. Шлем и все, сюда же вернуться. Или как тут? Ключи, чтобы забрали мотик. Вошла, да. Полчаса уже как пережали. Да, можно как-то нормально запустить. Насколько хватит, у меня просто спадет. 17.03. Машина на этом за бензином не поехала. Ну ладно, я забираюсь. Едут до конца, молодцы. Я думал, они раньше дадутся. Сегодня у нас три ТНРы. Раз, два и вниз на треть. Ну сколько можно? Это тебе не на квадре. Делать это просто. Так, мы завершили первую покатушку 2024 года. Денис, еще три человека. Ура! Выжившие! Остальные тоже молодцы. Что, реально так мало осталось? Ну, один еще он поехал. Из 27 на разворот. Осталось что-то, сколько? 5. Раз, больше, два. 27, к нам же еще подсоединяют. А, да. Из 32. Там автоматическая нет.